Всем привет! Меня зовут Роман Селиверстов, это проект Real Work, и мы продолжаем говорить о синтезаторах фирмы Waldorf. В прошлом выпуске мы начали говорить о немецкой компании Waldorf и одном из ее флагманов синтезаторе Blofeld, который, как и ожидалось, показал себя с наилучшей стороны. Сегодня мы продолжим слушать современные десктоповые синты Waldorf и постараемся оценить звучание Pulse 2. Мы на студии Галерная 20, и сегодня у нас есть отличная возможность взглянуть на топовый синтезатор Waldorf Pulse 2. Глядя на Pulse 2, который внешне имеет много общего с Blofeld, невольно думаешь, много ли в нем осталось от Pulse 1? Что есть в нем такого, что делает его уникальным? Возможно, по сути, это лишь дополнительный банк пресетов к Blofeld. Когда мы говорили о Blofeld, я точно знал, что он из себя представляет, и для меня не было тайны в особенностях его звука. Но с Pulse 2 все иначе. И питая некоторую слабость с синтезатором фирмы Waldorf, мне не терпится попробовать. Сейчас мы посмотрим, как может звучать Waldorf Pulse 2 в миксе. Сегодняшний тест Waldorf Pulse 2 подошел к концу, и не скрою, я очень доволен его звучанием. Он так же, как и Blofeld, удобен и компактен, он звучит по-своему, и, на мой взгляд, хорошо подойдет любителям жирных лидов и басов в стиле всем известных VST-инструментов Massive и Silence. Он является достойным, равноправным членом славной семьи синтезаторов Waldorf. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал Music Mag, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте и помните, хороший результат, только с хорошими девайсами. Теперь вы знаете, где их искать.